приложении «Денежные переводы от Золотой Короны» действует специальное предложение «Займ на 21 день без процентов». Получите деньги наличными или на банковскую карту. Знакомимся с бойцами. Справа от меня находится боец, которому 23 года. Его рост 166 сантиметров, вес 57 килограммов ровно. Представляет бойцовский клуб «АЛАТО». Профессиональный рекорд. 2 победы, 0 поражений, 0 ничьих. Прямо из Кыргызстана встречайте Маматали Улунурдавлев. Его оппонент. Ему 24 года. Рост 166 сантиметров. Вес 57 килограммов ровно. Гордо представляет бойцовский клуб «Памир Файтерс». Мастер спорта по боевому самбо. Пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Встречайте из Таджикистана Мулит Джалмирзаев. Рефери в октагоне Завтоны Иван. Уважаем друг друга, слушаем мои команды. Напоминаю вам, запрещаются любые удары. Затылок, позвоночника, локти в голову разрешены. Колено в голову только стой. Сетку и экипировку не хватает. Пожали руки. По углам. Итак, горячо приветствуют ребята друг друга. И видим мы статистику на ваших экранах. Ну что, Рамеш, что скажешь по поводу боя? Ну, понятное дело, что Мурид является фаворитом данной встречи. И Маматали Улунурдавлев является андердогом. И сейчас посмотрим. Уверенно Мурид забрал середину. Небольшая проверка. Хорошо, удар с разворота. Напоминаем, что Мурид очень богат на арсенал действий. И сразу летит на своего оппонента и переворачивает Нурдавлет Мурида. И забирает спину Нурдавлет. Пытается Мурид выбраться из-под него. Ну, Мурид хороший джиу-джитсу, думаю, это ему не составит труда. Да, у него пурпурный пояс, если я не ошибаюсь, по бразильскому джиу-джитсу. Награжден он был им от Шунмирзоева Акима. И вот сейчас Нурдавлет хорошо работает, хорошо контролирует своего оппонента сверху. И пока для чемпиона. Он очень его сразу разворачивается, пытается выйти. Да, хороший контроль, да. Да, очень хорошо контролирует Нурдавлет. Да, и позиция Халфгард находится. Нурдавлет очень сильная поддержка у Мурида. И очень хорошо попадает Нурдавлет по своему оппоненту. Думаю, это треугольник. Треугольник закрывает Мурид, закидывает треугольник и пытается задушить своего оппонента. Да, волнительно для всех. Да, очень волнительный момент. Пытается Мурид закончить и сдается. Побеждает чемпион! Да, как и говорил. Как и говорил, он оправдал свое имя. Мурид без ДЖ, действительно. Не зря у него попорный пояс. Пожалуйста. Да, он оправдал, он действительно чемпион оправдал. Чемпион здесь. Чемпион на месте. Не забывает об уважении Мурид к своему оппоненту. Отлично. Мы сегодня уже такое видели. Отлично. На первом раунде. На первой минуте 47 секунды первого раунда. Удушающим приемом одержал победу Мурид Джалмирзаев, Таджикистан. И благодарит, говорит. Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Первым делом хочу поблагодарить всех. Тех, кто сегодня пришли поддерживать меня, всех бойцов, всем моим памирским братьям, всем моим соотечественникам из Таджикистана, всем от души баракала, братья.
Также хочу сказать тем, кто каждый день кидает мне вызов. Хочу сказать, что не смотрите на мои габариты. Мне жаль, что вы этим образом меня недооцениваете. Спасибо Вадиму Викторовичу, спасибо Женя и все ребята. Отдельное спасибо моему старшему брату Адиму. Благодаря Адиму сегодня многие ребята заявили о себе на мировом уровне. От души спасибо тебе, брат. И моему брату Розику, Шухрат, Азиз и всем моим спарринг-партнерам спасибо. Еще раз. До скорой встречи. Всем спасибо. В приложении «Денежные переводы от Золотой Короны» действует специальное предложение «Займ на 21 день без процентов». Получите деньги наличными или на банковскую карту.